Всем привет! Перед началом новых нескольких проектов такие короткие видеоролики будут. Приезжают товары с Алиэкспресса, достаточно нестандартные. Будем смотреть, что там внутри. Крупно. Так. В общем, приехал редуктор. Червячный редуктор. Передаточное соотношение должно быть 1 к 100. Воняет невкусно. Почему, интересно, масло так пахнет? Что мне не очень пока что нравится, он достаточно легкий. А крутящий момент он у нас должен создавать 500 ньютонов на метр. Так, у нас выходной вал, он вращаться у нас не должен. В общем, смотрите, редуктор 1 к 100. Какая вещь происходит? После редукции 1,35 выходной вал уже считается блокированным. То есть мы с выходного вала вращать не сможем. Модель редуктора HMRV-063. Ссылка будет в описании. Именно так. Ну, это собака, ничего не видно. Практически. Так, крышку как сняли, так и поставим. Как будто бы нас тут не было. Так, ну вот здесь у нас что видно? Вот червячок немножко видно. Смазка такая достаточно жиденькая. Здесь у нас стоят сальники, это хорошо. Ну, пока что, судя по тому, что я пальцами тут кручу руками, есть ощущение, что это все-таки 1 к 100, потому что движение происходит совсем незначительно, при том, что я делаю полоборота. Заниматься заменой смазки я здесь не вижу смысла, потому что редуктор будет работать достаточно в таких щадящих режимах, то есть никаких температурных перегрузок там высоких у нас не будет, или длительной эксплуатации безостановочной. Я думаю, здесь заводской смазки вполне хватит. Многие, конечно, любят заниматься заменой китайской смазки, но я думаю, она не шибко-то уж хуже, чем обычная наша любая смазка. Так, теперь проверим размеры. По выходной вал заказывали на 25. Окей. Входной должен быть на 22 или 28. Ну, короче, достать не могу губками, но вижу, что вот 22 мм будет у нас входной. Сюда у нас мотор, сервопривод пристегивается. Отсюда будет выходить 40-я шалопешка. Ну, следы стружки внутри или какого-то мусора, в принципе, я не наблюдаю. Масло чистое, то есть грязюки никакой я там не вижу. Масло меняется достаточно легко, то есть у нас пробка отсюда и пробка отсюда. То есть с одной из сторон, которая будет ниже, мы сливаем масло, с другой заливаем новое. Но качество исполнения, в принципе, мне нравится. Скорее всего, для крепления самого редуктора куда-либо, да, через вот такие вот боковые отверстия по периметру у него с двух сторон. Угу. Ну, давай, с этой стороны зайдет. Нет. Ладно, ребята, подписываемся. Впереди будут новые проекты. Проекты чуть-чуть посерьезнее, чем мотоциклы и велосипеды. Кто техникой увлекается, тому понравится. Спасибо, пока-пока.